Блин, кстати, хотите верьте, хотите нет, но это впервые за 10 лет в моем рейде так запускает босса. И кто же этот счастливчик? Не знаю. Ну чё, паладин на себя бафать должен? Печать вот эту, да, и все. Или чё? Так, у меня тут вообще это, блядь, Т10 один кусок. И 2 Т9. Это хорошо, да? А льда у меня сколько? 16 льда. А нет. 13. Вот это еще хуевее, конечно. Вот бы кто, блядь, фармил лед тут, блядь. Так, ну ладно, ищем ДД, значит. А чё у вас, Олег, персов нету получше каких-то аккаунтов, блядь? Такие... Вообще офигел. Ну, блядь, нихуя, ты мне дал аккаунт, ну пиздец просто, это такой вагон. Подымите Реневала, сейчас я засумоню всех. Кто там, Касси, это в Дискорде, Спузи. Сейчас зайду. Пресс. Отойдите этот ПЦ, чтоб я последил, кто запускает, такой шалунишка. Сразу кикнуть его. Взял на прицел этого НПЦ. ДК, тайный ДК, ты зашел в диск? Заебать у тебя хилы. Ты шаман от воды стал, я хуею. Хуею, да? X5. Я в 4 эрдру проносил РС-25. Не, на 4 эрдру это нормально. А чей это голос? Напоминает Хорна. Нет. Без понятия, кто это. Блин, тупо добирай ДД, левает, добирай ДД, левает. Это Калк так базарит? Это Дрэкстер так базарит. То кто? Дрэкстер. Танк, Мишка. А. Угу. Тогда я тебя вообще не знаю. Габи, она видел? Нет. А ты Войда знаешь? Когда ты видел? Чудо слышал. О, видал? Даже ты меня знаешь. Потому что я легенда. Я PvP через X1. Чё, вы PvP не засал? Да, есть. Мы, кстати, X1 PvP гильдия Dark Stars. Сюда пришли пофаниться. Да. Что ты хотел? Убивал всех за всех. Убивал всех протоваром. Убивал всех армсом и куриком. Тайный ДК, ты зашел в диск? Тайный ДК это, получается, вместо магии, да? Магия, тайная магия, да? Эй, блядь. Давайте тыкайте носом. Шкаф исчез. А что, опять запустили? Нет. Слава яйца. Тыкайте носом, братцы. Значит, смотрите, главное сейчас на первом боссе понять, кто что танчит. Дай косарька, ты левого червя танчишь. Тайный ДК, ты ловишь сразу правого червя, получаешь дебаф, тебя забирает Мишка, и ты ДК с этим дебафом снимаешь паралич. Все. Я нихуя не понял. Тупо чилить. Я тоже нихуя не понял. Друорг, Друмон, ты тут? Тайный ДК, понял прикол? Отлично, видишь, он понял, а ты нет. А чё, объясни еще раз. Да забей, бля. Так, Друмон что-то не сумонится, сейчас доберем.
Мишка, ты сможешь забрать правого червя с БДК, когда тот получит дебаф? Ну, троечку. Троечку ты дебафнулся. Что такое дебаф? Блять, прикалывай. Не знаю. Учебники прочитал, но не выучил. Так, ну я почти, смотри, уже настроил, я уже могу даже в РСД спидгерить, понял? Сейчас сделаю, чтобы я длань мог кидать. Не, забей на прокол, отвечай здесь. Это не то, не та штука. Можешь соло потанчить. А, червя? Да, я про червя говорил. Червь вешает этот, сейчас тебе покажу. Класс. Я в курсе, что ты говоришь, но там типа в смысле, одного убиваешь, он пробегается по рейду, да и все. Хочешь, я тебе расскажу полную тактику на червей? Не надо. У червей есть две фазы, одна подземная, одна наземная, червя два. Всегда левый червь, который уходит, он находится под землей, а правый червь огненный, он всегда находится над землей. Определить можно это по тому, что хвост червяка находится на полу. У зарытого червяка находится хвост под землей. Тогда можно тому, что он уходит. Да, и да, еще так можно определить. Когда у червяка... И кидает в лужу. Когда у червяка наземная фаза, то есть хвост на полу, он кидает лужу, дает фронтальное АОЕ и кидает свой дебаф только на танка. А когда у него подземная фаза, то он дает плевок в случайного игрока в рейде. Так, ладно, я каски раздаю, ты кулаки бафкай. Сюда когда лужи нужно убивать, а то, блядь, всаки вонячие, блядь. А тебе, слышишь, а тебе, по-моему, в каждом рейде так пишут, ты как-то в диз заходил. Ты говорил про эту хуйню. Вот пишут челики всегда так, да? Да, мне всегда пишут, типа, ты уверен, что мы пронесем так, Рел, ты шо неадекватный? Собирай чистота. Сейчас я бафую каски и начнем уже, господи. Подожди, чем не бафу? Ладно, не буду нюхать баф, я стал бафу. Сиськи-диськи. А, да, держи каску. Все, раздал всем каску. Я пошел гулять, все, погнали. Тайный ДК, можешь начинать гулять. Кто МД? Кто МД? Тайный Слава. ДК. Тайный потом ДК. Видео скинул в этом дискорде, посмотришь. Что там? Вот это игрушки. Мне кутан купли, ага. Пишет Винфьюри. Войт, раздай кулак по людям 3.5 КГС, это не занимается этого. Какие классы? Каким называй, какие классы? ДКшника? Какие-то. Вот ДКшнику дал нормально, хватит? Ну да, еще ханту, так и быть. Так, дал Вару. Ну, сиськи виски, вон. Что-то хочет прочитать, как сиськи виски. Ну, паладину дал тоже, ладно, больше не буду ничего давать. Все, ребята, там сконцентрируйтесь на 20 минут, очень важный бой. Пик 25, оп, давай рост, шаман какой-нибудь. Какой-то рост. Всегда была для меня загадка, почему танки на этом сервере танчат босса бока. Странно. Ой, начался бой, так сказать. Жму 1, 2, 3. Я смотрю на экран, пью пока кофе. О, уже 30% боссу снесли. Будем обычный бой. Мы на 3.5 лучше, чем тот, что я вводил. Охуенный рейд. Охуенный. Релу лайк ставлю. Репост рассказать всем. Ярюсь на боль. Коммент. РЛ нидербидер. Так, сейчас мы добьем этого несчастного босса. О нет, у Дрэкстора половина хп нет. Кину на тебя капельку, держи. Фух, мы убили первого босса. Сейчас вытеру пот с лица. О, куда? Так, нам сейчас надо выйти все в центр, РДД хилы. Да, вот, плевок идти. Короче, 3-5 персонаж. Все, помолчи, сейчас очень-очень сложно будет бить босса. Играем. Блять, я справа. На 10 месте по ДПС, на 8. Позавали, пошел. Играем в звездочку.
Давай, тайный ДК, проводи чуть босса, чтобы он не заблевал всех нас, мы не умерли смертью храбрых. О, отлично, жгучая рвота по тайному ДК. Прожимайся, братишка. Проведи. Босс уже под тебя пустил. Сука. Мишка, готовься забирать скоро босса. Сейчас переведу. Плюнул, забирай босса, Мишка, а ты тайный ДК сними паралич. Ой, Дрекс, то что ты наделал? Ты повернул босса в рейд. Господи, боже. А с каких пор ты стал плеваться? А, там дай косарька должен был танчить влево черев. Что ж ты наделал? Давайте речи убиваем. О, боже, не добили. Слишком много ДПС в рейде, мы до сих пор звездочку не добили. Ну что, сейчас добьем. Сейчас убью, ребята. Наконец-то мы добили его. Нет, ты это отвернись. Так, спасаю рейд, прожал бабл, отворачиваю босса от рейда, спасаю всех ценой своей жизни. Танк, забирайтесь, меня босс из квадратика. О, отлично, да, я писала. Там где-то 15 тел зеленый. Лужа от воды. Ты, конечно, ты пидор выбор от меня раз. Пидор и зеленый. Нигер, нигер. Давайте посмотрим на челика, как он видит министр. Хоба. Шаг за шагом. Преодолевая все трудности, он выполняет поставленную цель. Спасибо опять хилу, что похилили Мишку. Надо шестого брать, наверное. Так, Клайфори, давай поднимай Мишку, а то нам всем конец будет. Габелла. Чё? Габелла. Каде, Раде, Каде, он Каде, Каде, Какаду, Каде. Так, бафнем Мишку заново. ДБ уже не сделаем, один человек. Хорош, умирает. Да, прям в жопой, пускай он там. Блять, стоит. Танк забери, пожалуйста. Да, спасибо, что танк танчишь босса в текстурах, это поможет нам. Сейчас я помогу тебе вот так сделать. Это не ДК танчил, если что. Тайный ДК танчил. Нет, это не тайный ДК танчил, это тот танчил Фрост ДК. Нет, понимаю, он не танчил, он долбоёб. Блять, я ворвался со своей руганью сюда, да? Все, заткнись, короче, со своей руганью. Так, ребятки, сейчас босс нацелится на жертву свою и размажет по стенке просто, как последнего неудачника. Опа, Спузи, давай попрощаемся с тобой. О, нифига себе, видели, он увернулся. Это редкость на этом серии. Обычно челики не успевают убежать со спринтами и говорят: я залагал. Три с половиной. Я что-то не мог отбежать. Ну, короче, вот такие рейды у нас без правил с ДМГСом. Хули лезь. Здесь следующий босс будет намного сложнее, все-таки он следующий босс после первого. Босс опять нас откидывает, падла. Сейчас топот будет уяк, опять откинула всех. Блять, ты смотри, сколько я сдаю. Просто 4 спецназа. Опять босс разгоняется. Попрощаемся с пару бабам. Спасибо тебе, Зачи. Это не отбегал лог с портала. У тебя же есть портал. И залагало. Я забыл поставить портал. Так, кину сальву на БДК. Сейчас пройдет дебаф, держит план спасения. Сальву. Кину на лута. Вдруг, чтоб тебя не сорвали другие танки. Давай я тоже кину. Да, кидай. Но она не скалируется, поэтому пофиг. Смотри. Бабах! Опять их откидывает. Блять, у меня умен забагался. Сейчас кто умирает, того беру в гильдию. Хорош. Никто не умирает, слава богу. Так, все, этого босса убили. Так, шалунчик, который запускал босса первый раз, иди запускай следующего босса, твое время настало. Запускайте следующего босса быстрее, как можно быстрее, чтобы у Реала началась паника, он не смог разрулить вещи. Опа, боевая вещь, которая стоит 50к голд, спасибо. Давай ее сюда. Давай, Дерек,
тебе тоже будет поездка. Ёптик, 20 тысяч. Быстрее, ролим трофей сейчас, быстренько, сейчас вот так. Минута, да, господи, Вань, там, надо разрулить быстрее. Там, короче, понял, вот камень, который, допустим, на 30 стамы, он стоит 50 голд. Камень, который... Паруба, молодец, выиграл. Который на 45 стамины, он стоит... Он стоит 300 голд. Там еще новые. 95, 98, 96, Гимурта. На, молодец. Блядь, Герол, подожди. Да поздно, все уже, я даю шаману. А тут камни, которые... Сколько? 30 стамин, или сколько они там обычно? 600 голд стоит, так что нормально. Кинжалик. Кинжалик. Вот. Ролик. Прикинь, в чем вся фишка. Тот камень, который 300 голд стоит, 45, он, короче, улучшается. Так, отдаю... А, ну, отдаю ДД, все верно. До 54. Дайте по локам бафы. И та хуйня, которая его улучшает, она падает только в РБК на 5 человек. Там 3 инста. Ставь плюс, если это очень важная инфа. И она, короче, 3 косаря голды стоит, прикинь. Вау. 3 косаря, серьезно? Не, мы не волчи ставим. Дайте пристабаф и каф. Молодая орда. Так, кто у нас пряник? Твоя задача держать сейчас босса. Дайте лапку, интересно. Ты просто смотришь, как тайный ДК танчит, наблюдаешь, восхищаешься его скиллом, танкинг, не знаю. Дайте лапку, интеллект, алё. И магопаф ещё. Да, да, уже. Опять начинается сложный бой, динамичный. Постой-ка я в одной точке пожму 1, 2, 3. Смотри, не ошибись. Видишь, как ДК танчит? Посмотри, ни одного косяка за 10. Первый бой. Плоть от кости. Надо череп... портал бить, надо портал. Череп надо захилить, но он почему-то убегает. Он, наверное, спутал с пламенем легиона, которого надо выбегать. Вот, Дрекстер, беги, 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 Дрекстер, беги. Только не в мелизону. О, нет. Он заливает мелизону. Мелизона проседает по хп. Отводи босса. Немедленно отведи босса от лужи. О, нет. Захиливаем череп быстрее. 5 секунд до вайпа. 4, 3, 2, 1,5. Все, захиляем, молодцы. Ладно, ты не озвучил случайно футбол? Так, смотрим, как Дрекстер танчит у моба. Сложнейшая работа танка. Bell from Hell, убегай! Заливай РДД-зону быстрее. Залей мишку, пока есть время. Так, опять все простенько у нас. Сейчас выйдет буравчик. Буравчика выйдет мобы. А мобов, наверное, надо убить. Так, пламя легиона на ком-то. Не вижу на ком. Крохотулечка, выбегай. О, как Гена скверно фигачит по рейду. Все присты, все гимнат хил. План Х. Короче, вот как-то так убивается корпус. Живу в аду, беги, а то ты в ад попадешь, если не убежишь с меткой. 9 стаков на боссе, уже 6 секунд. Отличная работа диспельщика в этом рейде, я хочу отметить. Спасибо вам, ребята, что вы есть. Опять бесполезные ворота выходят, которые не забить, очень классно. Забить босса. Ходит госпожа Булю, страшно. Доброслав, ты с меткой выбегай. Хилим опять череп. Тоже на этот раз выпадет. Опа, опять боец. Фантастика. Еще 30к голд в копилку РЛа. Так, ролим сферу. 5к гол стоит сфера. 93. Снова РЛ он радость. То есть давай переролим Нинурта. 3.93. Вы прикиньте, 3.93. Давайте заскриним это. Принтскрин нажимаю. А че реально? 3.37. Нинурта и Доброслав. Рольте. Вот, сукин Сэнди. 83. Меня переролил. А сколько реально стоит эта боешка? Не знаю, 50к, наверное. Ваня, Ваня, сколько стоит? Василиса выиграл. Вот эти боешки, что Олег говорит. О,
Плащ первый где-то 1020, а кольцо 4,5. Где ты гонишь? А, ну тут с голдой напутано, да? Я к таким цифрам не привык. Так, шея на милика. Плащи тут дорогие-то, 15-20 можно продать. Ну смотря шо. Запад тканевый, это десяточка, 10-1, колье 30. Платы тут дорогие. Так, последняя прям, фигня, дробяшка, там, арбалет на хувара-хувара. Ноги ДДшные, 1025 будут стоить. Ладно, уже кто-то спулил, там, шаманы, спузи. Все, ты наказан, анрол тебе на весь рейд, к сожалению. А мы будем бить мед. Беги, малышка, беги! Давайте, попробуем убить звездочку. Звезда мне не нравится. Опа, вот кастует адское пламя, пойду себе ему кастку, я как оба. Как на аренке, да? Сбил кастлу. Все, спузи доигрался. Да. Видели, как он предательски спулил босса до пула? Засланный казачок. Да раз. Скрутов, наверное. Я оскорбляю человека. Прости, пожалуйста. Ну. Блять, как печать называется, которую стан дает? Правосудие. Бози пишет, каким образом? Справедливости, да? Тему у босса стояли. Так, ну давайте убьем череп, например. Давайте ему. Да, бей робота, не ДК, хорошо, тебе тайный робот. Дачки тебе. Сверну пока. Так, ладно, буду бить вон. Воу, полегче с Гера, ты чё? У нас Гера вряд ли убьём. Геру оставь после одного уже. Рейд будет называться, не знаю. Девиз у нас будет, мы проходим босса без Геры. Блин, давайте забудем эту трагическую страницу нашей истории, нашего рейда, что у нас был рост на первом боссе. Смотрите, тут звездочка... Два человека только бьют череп. Смотрите, звездочка дабстеп танцует, влево-вправо выходит, что-то ходит себе, бегает, что там. А все просто хотят ачиву сделать. Одновременно залить босса. Да, да. Давай, заливай. Я звезду бью. Мёд тогда череп побьёт. Давай, бей, дальше тебе. Хорош. Вон, череп. Давай бомб дам на вот этого креста. Да, давай, только он ещё мёртв. Сука, не даётся. Да, бей кота. Бей, бей. Прикольно, тут ники другие у этих мобов. Какие должны быть ники? Ну, где-то Кордынский. Кысаку, Анрик. Там вот эти Ирит Шаг Спустин, там Анар. Логично, что они другие, за другую фракцию играют. Я понимаю. Я первый раз их вижу. Кодекс уже всех нас забанил давно. Блин, осталось 20 дней, и кодекс уходит из сервера. Да? Блин. Не будет больше работать сервер. Ну правильно. Снова на X1 придется идти. Мы все ближе и ближе к победе, ребятки. Вы чувствуете это? Чувствуете запах победы? Выскакивающего ящика с тринями. Говном запахло. Не, ну если шо, я на X1 переносит. В смысле? Что делать? 13 персонажей убийствовых. Не, ну если онлайн и будет, да. А чё персонажи-то дают? Тебя огорчать, но... 13 хуловых персонажей, шо? В смысле, это уйдут. Да, типа, я там уже персонажей всех разменял, да, на Сирусе.
Вот это полошара, конечно. Там заебись. Я их одевал, тратил время, ты. Это вообще будет хватит. Так, мы почти убили босса. Фантастика. Пожалуйста, не запускайте следующего босса, а то ящичек исчезнет. Я не дам вам лут, а вы потом скажете, что РЛ пидер кидала. Так точно. Пидер кидала, РЛ. Хорошо. И тотем уберите. Не знаешь, писали какой-нибудь скрин форум банды, формулировку такую. Мне чувак какой-то написал, Ретрик Фловый, задал на меня тему на форуме, что я его кинул на меч с Аникси 25, хотя я отдавал вещи по ГСу, пацанам. Он, блядь, везущий, еще один плат, еще 20. Ну, фантастика, зубы, какой сотный рейд, буе на буе. Смотри, БшКи беру слава и ничего даже не возникает, так что давай, возвращай. Так, трофей быстрее. О, запустили. А чё, какую берем? Светлую, темную? Темную. Подожди, там что, запустили босса? Да, плащ себе забери. Быстрее. Забрал сразу. Все, спасибо плохим людям, кто запустил. Ладно, берем темные сферки, бьем светлую вальку. А что там еще выпадало? Какая-то грудь, что-то еще. Да, грудь на эрдру. Трофей, сапоги на, кстати, на шамана хороший, сапоги на рестера. Спасибо крысе, что запустила босса. Смотри, Слава, так бы мувик был бы. Перчатки не спи. Давайте, взяли светлую сущность, бьем темный валь. Надо сбить каст девки этой падли. Не успеем уже. Похороним себе здесь заживо. Блин, чё ты не сбиваешься? Всё, чего провалено. Лохи. Вот, там пацаны, кстати, до сих пор бьют темную вальку. Ой, светлую вальку писался. Мне нравится. Да дебилы, да. Сейчас еще одна смена, наверное, будет с абсором на пару. Они думают наперед сейчас, понимаешь, да, смена будет. Берем. Давай рост, давай рост, давай рост, давай рост. Рост, 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 рост. Надо сбить эту фигню. Ну, давай, блин, о, быстрее сбиваем, быстрее, быстрее. Фу дамаг, фу дамаг. Нет! Нет! Фух, сбили. Блять, а че я за твой кишка забил просто? Сова, Клайфури, поднимай пару баб. Пару баб это ты, Ваня, что ли? Да. Я знаю, чем упороть ник, тем смешнее. Да раз, Ливер, ты. Да нет, ну такой, наверное, нормально. Виски запускал босса, вот. Ваня. А тебе чё он ливнул? Здесь же выбор падает. Думаю, мы не убьем без него. Давайте светлую сущность берем опять. А, ну что-то нету. А, там Ретрик с Гиди наш вообще без печали, без бафа. А, я так забил, да? Че я выбор заберу вообще за ору. 25к тысяч. Ну да, мы нардия. Выбор анрол, короче. Хорош. Ну выпадет приговор. Блин, задолбало, давай опять меня. Не-не-не-не, бей, ты чё, алё. А, да, темную сферку, блин, это я дурачок. А, не, это я дурачок. Ага, два дурачка. Сука, вы дурачки, тебе. А, ты просто не взял темную эту, да, блин, ну ты. Да, ты гоните. Короче, дезориентировал меня, как Рэлла, как Тайл просто. Дай пошла. Слово. Что он пятый год, не пили вали. Блин, ну все правильно делали, ё-моё. 5 секунд. Каст. Сейчас 5 способность будет, да. Закинь щит будет.
Повезло. Не, все нормально, бьем так же. Ничего не меняет. Мы ее заебали, походу. Кто падал, тот не ролит выбор, да? Так, что вы выбираете? Боешка. Боешка, 100 тысяч стоит. Серьезно? Да. Сейчас я пойду заберу. А чего они вот так дергаются-то у всех-то? А они просто офигели от убийства такого. Не паралича, там, контузии. Профессионального сбития коса. Блядь, 4 боешки, короче, я офигею, такого никогда еще не было. Да, 1050 уже, наверное. Да, кстати. Ну, плащи по 20-ки стоят. Ну да, кольцо 4, шея это пару тысяч стоит. Ось, 96, крохотулечка, держи. Выкройка. Гейовер пишет, кто... Геймовер, пародия на ППГ. Ну так. Не то, что пародия. Так, Арлет. Выиграл, держи. Ну чё вы тут, Ваня, у вас что тут, блять, аккаунтов нет с нормальным описанием? Нормальный персонаж. Там начали играть. Я тут где-то вообще месяц играю, я там уже 2 по 5, не 3, 2 по 5, 8, 1, 6, 5, 2, 5, 8. У тебя нету места, Вячеслав, отдаю Доброславу. Я тут где-то месяц играю, может 2. Да похуй, что ты ролил, у тебя в сумке нету места. Надо кому кирасу. Мне казалось, ты больше играешь. На тебе вот эти латы, короче. Бартер будет считать. Трофей последний. Ой, ну тут сотка, Нурта. ДКшники, пожалуйста, не включайте хождение по льду. Умоляю, не надо. Две штуки включили. Сука. Я прожму бабл. Две кнопки мыши вниз, быстрее. Италиан вот этот, походу, неадекват был. Хуй путала, сука. Все, короче, анрол ему на боссе. Все, РО, да, пацаны, умерли. Или... Всем ДК анрол, кто выжил. Все ДКшники, сосите хуй. Рессаем, короче, людей. Бля, пидоры. Это же Питрин Пейдж. Я специально прожал бабл, я предрёк это. Не стал ничего нажимать. Блять. Дебич. Так, еще надо поднять его банка и Доброслава. Фурик 3.8 какой-то. Это Метилиан, видишь, там у него гильдия Мурлоки. Это по-любому он. Ладно, кушайте рыбку, покушайте пока. Отойдите от этого шока, который с вами сейчас произошел. Ты, бля, хуйня с мечами, бля. Чё ты себе? Да вон пидор бегает. Ты их 24. Или ты крутишься? Джокеры. Рейд джокеров просто. Джокеры. Рядовые шутники. Рейд мудаков. Сам мудак. Блять, отойди от рыбы. Ай, Фури, короче, расстроился. Что какая-то сволочь запустила, я не успел разролить штаники те на него. Так, Мерси, Мерсилис и топовый Мишка тут. А в наиграл сказку? О, можешь 30 минут здесь, что ли? Ёбан. На, тебе кинул каску, ДБМ на пол, прожмите зелье быстроты. Давай сразу переводить. Чё говоришь? Сразу переводить, дайте рост. Хорошо, давай сразу. Да, давай рост, но ничего страшного. Представим, что мы подрастем, и настроение повышается. Мы, между прочим, это был план такой хитрый, сбросили Геру половине рейда тем, что они сдохли. Они жалуются. Вычислили ничего не... пидора, да? Ничего не знаю, у меня рост появился. Даже не знаю, наверное, потому что ты умирал. Ничего не знаю.
я вас призываю, хилы, на последней фазе максимально поднимать рейд по ХП, чтобы было 100% у каждого члена рейда. Я вас призываю. А если же 100% было у каждого члена, надо на порно ХП. Сейчас новая обнова вышла. Нужно чувак, я надо было мне все-таки хиловить. Блин, надо было действительно спекнуться в хила. Помочь ребятам захилить. Тут будет очень трудно. Я бы для этого спек сделал. Ой, зарывание мы не успели. А всего лишь одна лужа лежит. Скорее всего, это вайп. Пойду к воротам. Тактика от РЛ, а все присты поют гимн Магну. О, меня преследуют. Я, так, наверное... Кинь на себе, блин. Блин. Там предательский кто-то шарик развел. Удача. Василиса, о нет. Остановись, Василиса, стой, 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 никуда не беги. Стой, 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 подожди, не беги, не беги, не беги. Остановись. Стой, 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 стой на месте. Сними боб, сними боб, умоляю. Не снимай боб, подбегай к лужу уже, сейчас боб кончится. А чё, шипы тут тупые совсем? Да. Да, как на их один. Ой, блин. Ты думал, в сказку попал, что ли? Это же близлайк точно. Надо... Надо котам подключить. На Сирусе больше близлайк, чем это говно, блин. Там красиво вообще. Так, Анубарак вылез. Анубарак, блин. Намек на то, что нам надо. Барак Обама вылез. Намек на то, что нам надо его продолжить бить. Баран Обама. Так, дам покаяние в землеглота, кинул облегчить танку. Кто-то предательски скинул покаяние с ним. Ох. О, сейчас рост от КДжится, кстати. 30 секунд. Чё, хилы на пухе? Чё говоришь? Хилы на пул хили. Да, 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 разумеется, это да. То упадем еще. Хилите как никогда еще не хилили. Как последний раз хилите. Давайте на фул. О, молодец. Кристей, гимн от хил. Гимн от хил, Кристей. БЛ катился. Рост, да, давай рост. Как быстро ХП у нас увеличивается. Чем уменьшается. Рост! Рост. Слышали, что он сказал? Рост. О, отлично. Мне кажется, нам нужно еще БДК хилить. Да, ну БДК, то будет беда. Захила что-то нет. Райт умирает. Смерть храбрых. Бля, хилить, а умрем сейчас. Ой, погибаю, погибаю. Ну можете падать, короче, не захил. Уже один человек у меня. Ну, да, это тебе не тирании с меткой. Да, ну... Чё ты брёшь, никто не умный. А, давайте поздравим. Воу! Нет. Ух ты, сколько... Странно, боевка не упала. Да. Это все за ДК, который лед поставил. Так, класс неживых, зато выпал, вау. Короче, кому понравился рейд, подписывайтесь на меня. Заходите после 11 часов со мной рейд правил от любого ГС. И пару баб, сотка, держи. Хорош. Добро пожаловать на испытание. Все в гильдию, да? Будут допущены лишь самые сильные бойцы всего Азерота. Вабан 99. Молодец. Сука, гандон. Выкрик Мерлина. Так, сколько она там стоит? Опа! Да она стоит 20к, наверное. Да не, это максимум 1000 и то.